такой доктор, который к нам приезжал. Марусь, ты заметил, как он меня смотрел? Марусь, и ты еще думаешь? Ты не думай, выходи! Нет, Марусенька, ты думай и не выходи. Да почему, мам, почему? Оля! Ну, красивый мужчина, доктор! Ну и что? Для друга, да, он вполне годится, а для мужа нет. Прости меня, Маша, но...